конце нулевых государство все чаще стало обращать внимание на лидера Рунета – компанию Яндекс. Особенно власти не давали покоя Яндекс.Новости, выдававшие топ главных событий за день. Мы как-то ездили с Воложем уже там на Старую площадь, в администрацию туда. Ну и я говорю, слушайте, ну вы такие крутые, зачем вы к ним ездите? Ну, как бы, если очень нужно, пускай они сюда приезжают. Ну вы же, ну как бы, Волож крутейший бизнесмен, он там в 90-е годы бизнес делал, в конце 80-х без крыши там. Ну и говорю, я как бы как Люберецкий, простой люберецкий очкарик, я знаю, а вы знаете лучше меня. Вы как-то один раз нагнулся, все, ты потом не разогнешься. Лев Гершинзон много лет руководил Яндекс.Новостями. Уникальность сервиса была в том, что новости создавались при помощи алгоритма, то есть генерировались автоматически. В 2012 году ежедневная аудитория Яндекса впервые превысила аудиторию Первого канала. Все, что появлялось в топе новостей, стало делом государственной важности. Если мы говорим про новости, то вот к 2011 году, а это такой действительно рубеж, потому что, в частности, Суркова сняли с этой должности, а пришел Володин. Володин, конечно, гораздо эффективнее действовал. Никаких не было ни писем, ни звонков, вообще ничего. Сурков пытался вот что-то, видимо, в какие-то игры играть, а эти просто занялись, ну, как бы, новости. Агрегатор новостной, да, это вторичный сервис, но они просто занялись, как бы, первичным, так сказать, пластом, стали зачищать источники. Привет, и добро пожаловать в Лев. Куда включился, оказалось, эту хуйню? Слева сидят какие-то люди, парень с ними что-то делает. Справа вот здесь нихуя нет. Лента.ру к концу нулевых стала основным новостным изданием Рунета. Вне чрезвычайных событий, белоленточные протесты или Майдан на Украине, сайт по аудитории конкурировал с федеральными каналами. А что там на том телевизоре хуйня какая-то? А это Первый канал. В 3 миллиона в день у нас было. А это был январь, да, январь-февраль 2014. Ну, а 12 марта мне сказали до свидания. Так вас благодарили? А да что, мне благодарность не была нужна, я за зарплату работала. Вот, но нет, просто я в этот момент поняла, что конец мне настал. Кремль никогда не позволит неконтролируемому медиа стать самым популярным в стране. Никогда никому независимому не позволят сравняться по аудитории с Первым каналом. Вот 25 миллионов живых людей в месяц. Каждый четвертый москвич читал ленту. Каждый пятый петербуржец. Здесь у нас сидит ваш главарь. Здесь, в принципе, есть все, что нужно. Называется учитель спять. Вместо того, чтобы вот заниматься делом, они вот оттягивают жопу лосью. В принципе, это и есть наша работа. Представим себе, что есть некий спектр, здесь находится самое, как бы, радикальное прокремлевское, здесь самое радикальное оппозиционное, здесь лента. Начинает выколачивать тех, кто находится с этой стороны, самых оппозиционных. Ну, с кого начали там? Закрыли, заблокировали грани, заблокировали Каспаров.ру, поменяли главного редактора там, газеты.ру, поменяли собственника Коммерсанта. То есть, если отсюда убирать части этого, как бы, спектра, то спектр меняется. И здесь вдруг неожиданно, как бы, самым оголтелым оппозиционным медиа оказывается умеренное центристское издание под названием «Лента.ру». «Лента» тогда входила в холдинг «Рамблер Афиша Суп», которым владел предприниматель Александр Мамут. С начала Майдана администрация президента настоятельно рекомендовала Мамуту избавиться от журналиста Ильи Азара, освещавшего события в Киеве. Тимченко отказалась увольнять одного из лучших репортеров редакции. Господин Володин вызвал господина Мамута и сказал: «Не понимаешь по-хорошему? Тогда слушай сюда. Либо ты сейчас вот уничтожаешь вот всю эту историю, либо дальше уже враг будешь не они, а ты». Заходит Мамут, говорит: «Петя, выйди». Петю выставили в коридор президента «Рамблер». Вот. И он говорит, что: «Галя, с этой минуты вы не главный редактор «Ленты». Как вы понимаете, я вам замену не искал, но я подумал, что Леша Гориславский будет хорошей заменой. У меня нет карт, чтобы играть с Кремлем. Я не Потанин, у меня нет норникеля». Все понятно. Но пока не было Гориславского, это отдельный, конечно, персонаж российского интернета просто. Человек без лица. Я собрала редакцию Лиза Сурганова. Она сказала: «Что делать?» Я сказала: «Новость писать быстро, чтобы нас никто не опередил». Была встреча с новым главным редактором, абсолютно унизительная для нового главного редактора. Кто? Не для вас? Нет, нет. Ну, я бы не хотел оказаться на его месте.
Ее записали, запись передали изданию «Слон». Собственно, тогда появился жанр, как мне кажется, жанр расшифровка летучки с вурдалаками. Да, вы не будете произносить общие фразы, вы просто честно нам сказали, что хочет инвестор. Чем ему не угодила Галя? Давайте так, на чистоту, форму. Галя, а тезисно. Чем ему не угодила? Давайте так, чем ему не угодила Галя-то Ру? Честно и тезисно. Да. Просто чтобы не размазывать это все. Потому что мы так долго не говорили. Так узнали бы. Извините, пожалуйста. Я спрошу, господи. Честно, спросили. Вот чем ему, правда, не угодила Галя-то Ру? У нас, как уже все подтвердили, даже вы, у нас рост трафик. У нас мы шли как Шумахер там на свой пятый сезон. Подожди, Шумахер в форме, Макс, мы там Из 84 сотрудников «Ленты» вслед за Тимченко ушло 77 человек. Это был крупнейший исход редакции за всю историю российских медиа. Тимченко с частью команды переехала в Ригу, где запустила одно из ведущих изданий в современном Рунете – «Медузу». Спасибо родному государству, она постаралась отрасль уничтожить чуть более чем полностью. Спецкор «Ленты» Светлана Рейтер после разгона редакции устроилась в РБК, где через пару лет повторилась та же история. На собственника начали давить за материал о родственниках Путина. В результате редакцию покинули руководители издания, а вслед за ними и многие журналисты. Сейчас Рейтер работает в русской службе BBC. У меня просто трудовая книжка, она вот показывает состояние российских СМИ. Ну, правда. То есть «Ленты.ру» там 9 месяцев, потом РБК, потом уже агентство Рейтер, The Bell, BBC. Ну, то есть, как бы нормальный путь российского журналиста, который пытается заниматься своим делом, да, вот каким-то своим, который, в общем, в свое время не послушался маму, не пошел там, не знаю, куда можно пойти, там, в предприниматели, в маникюрши, ну, вот, чтобы была стабильность, да, и вот, ну, просто вот, вот год, новая работа. Мы хотим построить великую компанию. Мы верим, что в этом мире есть место для глобальной технологической компании из России. Привет, ребята, найдется все. В 2011 году Яндекс провел успешное IPO. Впервые российская компания вышла на нью-йоркскую биржу NASDAQ. Ну, будущее интернета, понятно, безоблачное. Вы так считаете? Конечно. После IPO в 2011 году Волош сбрил усы и был полон оптимизма. Но будущее оказалось совсем иным. Добрый день. Про Яндекс. Каждый день топ-5 новостей Яндекса, которые он собирает с других ресурсов, просматривают несколько десятков миллионов человек. Яндекс при этом не имеет лицензии СМИ, никакого отношения, вот, никакой ответственности перед законом как СМИ не несет. Я не предлагаю их закрыть там или еще что-то. Просто мне интересно, когда наше правительство начнет принимать какие-то решения, которые избавят нас от цифровой агрессии. Яндекс, там тоже не все так просто. Чего они могут, это у них надо спросить. Но им тоже ведь в свое время, когда они только начинали работу, их тоже поддавили. Там должно быть столько-то американцев, у них столько-то европейцев. И они вынуждены были с этим соглашаться. Такова вот жизнь, так она выстроена была американцами. Они делали это. Вы же знаете, все это возникло как когда-то, когда на первом этапе, на заре интернета, как спецпроект ЦРУ. США, и чего ж там, так и развивается. После этих слов Путина акции Яндекса на нью-йоркской бирже рухнули на 10%. Компания за сутки потеряла около миллиарда долларов капитализации. Утверждение, что интернет – спецпроект ЦРУ, опроверг создатель «Всемирной паутины» на конференции, посвященной 30-летию веба. Я не думаю, что люди по всему миру верят, что интернет — это проект ЦРУ. Интернет распространился по миру вообще благодаря простым людям. А появился благодаря ученым, которые создали связь между университетами. Распространение интернета — это заслуга умных людей с благими намерениями, которые подумали, что это отличная идея. Спасибо. Через пару недель после нашумевшего заявления Путина депутат Луговой вышел с очередной инициативой – признать поисковики средствами массовой информации, что наложил бы на Яндекс множество ограничений. В этой связи направлено письмо прокуратуру с просьбой Генпрокуратуру провести проверку Яндекса и проверить соответствие их деятельности средствам массовой информации. А смысл вот какой был признавать поисковики СМИ?
Ну, это просто не то смысл. Ну, как смысл? Смысл все тот же, потому что поисковик это, по сути дела, сейчас заменяет и средства массовой информации, но и не только средства массовой информации. Поэтому справедливости ради эту тему отложили. Пока. Не знаю, как будет дальше, посмотрим. То есть, думаете, все-таки могут признать тоже, дойти до этого? Ну, вероятность есть. Принятый в 2016 году Госдумой закон о новостных агрегаторах вынуждает Яндекс.Новости индексировать только зарегистрированные Роскомнадзором СМИ. Из топа Яндекса почти исчезла неугодная власти информация, а прокремлевские издания получили возможность формировать откровенно пропагандистские сюжеты. Вы можете, имея у себя каких-нибудь там 10, 20, 30 ручных СМИ, которые будут делать одно и то же, их часто в обиходе называют помойками, помоечными СМИ. Вы можете формировать любой сюжет. Достаточно дать им один заголовок и написать похожие тексты. Дело в том, что робот Яндекса, он видит, когда вы перепечатываете один и тот же текст, поэтому придется делать немножечко отличные друг от друга, чтобы обмануть робота. Пропагандистские сюжеты формируются изданиями так называемой «фабрики троллей», расположенной в Петербурге. Если посмотреть на адреса редакции, они зачастую совпадают. Невротичка Соболь вместе с некрофилом мужем издевается над малолетней дочкой. Вот такой? Ну вот, вот он, вот. Я что, я его сочиню, что ли, так? Адрес Санкт-Петербург. Сейчас. Опа. Значит, один есть. Теперь сейчас второй найдем. Адрес Санкт-Петербург, улица Гельсенфоргская. Вот, может... Тот же адрес, да? Да, дом 4, помещение 27Н. Вот, сейчас еще одну найдем, секунду. Слово и дело. Есть улица Гельсенфоргская? Конечно, конечно, улица Гельсенфоргская. Вот. Сейчас Яндекс.Новости по большей части это большой инструмент пропаганды в интернете. И не является агрегатором СМИ в чистом виде. Он является агрегатором ресурсов, которые назначены СМИ. Человек вынужден формировать картину дня по вот этой, в общем, искаженной государственной повестке. Руководитель Яндекс.Новостей Лев Гершинзон принимал активное участие в белоленточных протестах в 2012 году. Еще до принятия закона об агрегаторах он уволился из компании и уехал в Берлин, где работает над стартапом в области поиска информации. Какие-то вещи, вот, типа продуктов типа новостей, мне кажется, позорные. Вот, их, конечно, ну, неважно почему, но вот по факту. Ну, бывает, что такое-то сочетание получилось хрень. Ну, вот если хрень получилась, либо ты ее правишь, либо ты ее убираешь. Но брать, возможно, уже не дают, да? Ну, это я считаю, что не дают и не дадут. Да, им не жалко разорить Яндекс, уничтожить Яндекс. У них нет такого приоритета. Они каждый день будут предъявлять Яндексу новые требования. Удалить из кэша незаконно заблокированные ресурсы, например. Это уже сделано. Ну, в свое время, в 2009 году, Яндекс просто закрыл рейтинг новостей в блог. Просто перестали звонить. Я не думаю, что когда дело дойдет до такого лобового конфликта, при котором им понадобится закрыть Яндекс. Я думаю, им раньше понадобится закрыть интернет. Очень важны человеческие отношения. Очень важно сохранять, ну что ли, уважение к человеческой личности, сохранять какой-то такой, ну что ли, достойный и доброжелательный дух. Вот. Илью Сигаловича любили все яндексоиды. Блестящий программист, руководитель и визионер, он был воплощением духа компании. Несмотря на занятость, Сигалович активно участвовал в работе студии «Дети Марии», благотворительном проекте по поддержке сирот, основанном его женой. В 2012 году уже больной раком Сигалович, отец пяти усыновленных детей, активно высказывался против закона Димы Яковлева. Это дело мое очень личное, я очень глубоко переживаю. Я глубоко не согласен с этим законом, совершенно безобразный. Надо что-то делать, бороться. Буду бороться, не знаю, как могу. Закон приняли. Через полгода Илья Сигалович умер от рака мозга. Его уход – невосполнимая потеря для всего российского интернета. Мне за прошедший год сложилось ощущение, что Яндекс во многом потерял то самое сердце. Что пропало? Такой источник, не знаю, легкости бытия, что ли, да, вот Сигалович, он создает ее. Хорошо было. Ну, очень хорошо.
хорошо и правильно. И весело. И глубоко. Вот. Блочу. Заблокировал. Но не точно. Начиная с закона о блокировках сайтов 2012 года, главным инструментом цензуры в сети становится Роскомнадзор. Ведомство в Рунете сразу не взлюбили. Я роняю Google, а на моем хуе вертеться будет вся страна. Первым крупным сайтом, заблокированным по новому закону, стала знаменитая интернет-энциклопедия «Луркоморье», в которой архивировались мемы, возникшие на таких популярных в Рунете ресурсах, как «Двач», «Лепра», «Ютуб» и другие. И малый импрувен. Это означает, что возможность его резиста крайне мала. Причем здесь фаер нахуй резист? Харьковчане должны жить в удобном для жизни городе. Немножко текст по-дебильному написан. Миша, все переписываем, у тебя скучное лицо. Тебе никто денег не даст. Хороший борщ с капусткой, но не красный. Так, сосисочки, вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Причиной первой блокировки Лурка Роскомнадзором стала статья про марихуану. С тех пор нам запретили более 450 статей. Ну, например, статью «Плюшки». Запретили статьи о том, как бесплатно ездить в метро. Запретили статью о том, как... Запретили статью «Армия», потому что там было написано, что за взятку можно откосить. В какой-то момент я получал там по 10 писем в неделю. Потом подключились суды. И вот они ходили на случайных страницах, совершенно случайные слова, и запрещали. Фальсифицировали... Ну, то есть они фальсифицировали отчетность. Им нужно было запретить в новом квартале больше, чем в предыдущем. Хомак по требованию Роскомнадзора блокировал доступ к статьям из России, но поток запретов не прекращался. В конце концов, основатель Луркоморья объявил о консервации проекта. В память об энциклопедии на телеканале «Дождь» прочитали новости на Луркоязе. Внезапный бадхёрт. Дикие сотни нефти подешевели и приближаются к ценам, которые помнят только олдфаги. Казалось, еще недавно она стоила 100-500 бочка, но сегодня за баррель годной нефти давали меньше $90. В какой-то момент государство стало проявлять интерес не только к энциклопедии, но и к ее основателю. Хомак был вынужден эмигрировать в Израиль. Я совершенно не собирался уезжать. На меня пришли 282 раз. Пришли два. То есть ко мне пришли с обвинениями в экстремизме. Сначала Адыгея начала нас преследовать. Почему? Ей не понравилась статья про Адыгею. А потом... Уже в 2014 году меня таскали в отдел «Э», допрашивали на тему статьи «Рамзан Кадыров», потом статью «Коктейль Молотова». И явно на этом не собирались останавливаться. То есть мне пытались 282-ю по разным поводам, собственно, пришить. Но я как-то в этот момент я собрался и уехал, оставил все свои вещи, все там, мотоцикл оставил, все оставил. То есть я посоветовался с юристами, и мне сказали, чувак. Ну, лучше прям сразу, да, выезжать. Да. Здесь я не то чтобы особо кому-то нужен, но там я не нужен кому-то еще более. Я здесь 2 года провел в тяжелейшей депрессии, сейчас я не выкарабкиваюсь. То есть я 2 года не выходил из дома вообще. Сейчас вот только начинаю как-то в себя приходить. То есть у меня тяжелейшая травма. Потому что в России меня, ну, я не знаю, обвинили в неизвестно чем, экстремизм. Я не знаю, как это еще описать, просто, ну, вот... Нормально же общались. Ну, в основном мы единомышленники. Или за 1000 километров, или за океаном, или где-нибудь еще. Кого-нибудь на соседней улице, кому можно сходить в гости, пожалуй, нет. Многие не понимают, да. Говорят, почему не хочешь уехать? Точно так же спрашивают, почему не хочешь эмигрировать? Люблю местный климат. Не знаю, просто не хочу. Просто не хочу. Журналистка Елена Климова в 2013 году создала в ВКонтакте паблик «Дети-404», посвященный ЛГБТ-подросткам. Все очень много говорят о том, что нужно защищать детей, но при этом упускают из виду, что есть другие дети, которых тоже нужно защищать. И получается, что они
как ошибка 404 not found, страница, которая не существует. Ну, хотя на самом деле они есть. Задуманный изначально как фотоакция против принятия закона о гей-пропаганде, паблик постепенно превратился в группу поддержки ЛГБТ-подростков. Всего в сообщество обратилось за помощью более 9 тысяч несовершеннолетних. Антигейский закон был принят, а вскоре Климову оштрафовали по нему на 50 тысяч рублей. Подонки, паразиты, национал-предатели, лесбиянки, извращенцы, распилили детей, педофилы, вы педофилы, толпа подонков педофилов. Детей 404 и лично Климову особенно не взлюбил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов. Он неоднократно предлагал ее расстрелять или посадить и стал инициатором множества обращений в прокуратуру с требованием закрыть группу. Дети 404, Елена Климова, сидит она в тюрьме? Ест она бурду тюремную? Нет, не ест. Она сидит и получает гранты, и жрет эти гранты. Вот мы не беспокоимся о чистоте своего воздуха информационного. Пора уже включить вот этот наш нормальный гомофобный аэрозоль. Я уже, правда, как-то к этому привыкла. Снег идет, дождь идет, хейтеры что-то пишут. Милонов в интервью говорит, что меня надо расстрелять. Все нормально, хорошо, жизнь продолжается, стабильность. Хейтеров было так много, что Климова, устав читать подробности о том, что они с ней сделают, придумала проект «Красивые люди и то, что они говорят». Фотографии из профиля хейтеров она совместила с цитатами из присланных ими сообщений. Контраст получился впечатляющим. Папка «Красивые люди». 566 до того момента, как мне не надоело их скринить. Это папа и дочь. Вас же не притесняют, но вас надо посудить голубой вагончик и сжечь. Как-то так. Я не гомофоб, привет. Я не гомофоб, но вас надо сжечь. Ну, моя любимая категория из этого альбома – это, конечно, фотографии с детьми. Впервые группу заблокировали в августе 2015 года. Решение о блокировке принял Центральный районный суд Барнаула. Оказывается, если какой-то недовольный гражданин жалуется на интернет-ресурс, то эту жалобу рассматривают по месту жительства недовольного гражданина. Было уже то ли 4, то ли 5 подобных историй. Мы узнаем постфактум, когда группа уже заблокирована. Приходится открывать новую, и все начинается с нуля. Мы пишем тоже название, ставим тот же логотип, просто... У группы меняется адрес URL. То, можно что они делают. Заблокировать URL, как бы, да? Да, можно заблокировать конкретный адрес страницы, но нельзя заблокировать все, что ты делаешь. На самом деле заблокировать человека можно так же, как и контент. Для этого его надо просто посадить. 5 лет назад Госдума единогласно приняла поправки к 282 статье. С этого момента посты в интернете тоже могут считаться экстремизмом. Вадим Тюменцев – многогранная личность. Он изучает связь деревьев с космосом, участвует в экспедициях по поиску метеоритов, пишет брошюры о демографических циклах. При этом нигде не работает, живет с мамой и 96-летней бабушкой. Надо работать. Бабушка, работать не надо, надо трудиться. Трудиться надо, а не работать. Ягодка моя, без работы кони духнут. По мозгам. В начале нулевых оппозиционно настроенный Тюменцев начал вести видеоблог и вскоре стал головной болью для местной власти. В начале 2015 года к нему в квартиру ранним утром ворвался ОМОН. Ну что, положили лицом в матрас, руки за спину закрутили. Оснований, ну причин вообще для какого-то более-менее жесткого задержания не было. Грубо говоря, в трусах был. Только что глаза открыл. Ну скрутили, ты не будешь сопротивляться там. И это еще коленом в спину. Против этой мерзости я вам предлагаю восстать. Единственный способ привлечь внимание федеральных властей – это перекрытие дорог. Обвиняли Тюменцева за 2 его ролика. В одном он призывал выйти на несанкционированный митинг против коррупции в сфере общественного транспорта, в другом резко высказывался в адрес беженцев из Донбасса. Блогеру дали 5 лет. Почему меня признали политзаключенным? Я имею в виду... Мемориал почему признал? Потому что не было призывов к совершению насильственных действий, одобрения таких действий. Вот и все. Не было там ничего. Суд приходит к выводу о том, что исправление Тюменцева и предупреждение совершением новых преступлений может быть достигнуто только при назначении наказания в виде 5 лет лишения свободы, с лишением права на использование информационно-телекоммуникационных сетей,
в том числе сети интернет, сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Как ты относишься к моей блогерской деятельности? Плохо. Это почему? Очень плохо. А потому что я знаю, что там нужно иметь власть и деньги, чтобы с политикой связываться. У нас нет ни власти, ни денег. Вот и все. И что туда лезть? Мы простые люди, простые, простые. Ты даже не в полной семье. Бабушка у тебя старая. У них деньги и власть. Никогда не перевернуть, в жизни не перевернуть. Ты про Чаушеску слышала что-нибудь? Тюменцев отсидел почти 4 года. В заключении закончил свой труд по демографии, но публиковать в сети из-за запрета не может. Запрещено мне публиковать что-либо. Я пользоваться интернетом могу, публиковать нет. Пока я сидел, я и до этого занимался, и достаточно, занимался наукой, и достаточно близко был к серьезным открытиям. И мне удалось найти, я называю это 4-м законом Кеплера. То есть я вычислил закономерность движения планет, которая не была известна до меня. Научная ценность трудов Тюменцева неизвестна, но на экстремиста он не очень похож. За что государство отправило его за решетку, бывший блогер так и не понял. У них там какие-то свои внутренние палки, свои внутренние показатели, и нужно было отчитаться. Задержали, посадили. Вот, страна борется с экстремизмом. Потом, когда надо было, когда Путин только подписал этот свой указ, что декриминализирует частично 282-ю статью, они также взяли под козырек и в оперативном режиме выпустили. То есть у нас все по свистку работает. Репрессии за публикации в соцсетях в 2018 году дошли до абсурда. Сажали и штрафовали за мемы, лайки, комменты и фотографии. Студенты из Ставрополя оштрафовали, приговорили к административному аресту за снимок из Музея истории Второй мировой войны. Первая фотография была такой коридор, и на нем по обеим сторонам с одной стороны были советские флаги, а с другой были флаги гитлеровской Германии со свастикой. Когда только за первые 9 месяцев 2018 года число осужденных превысило 500 человек, президент Путин предложил частично декриминализировать 282-ю статью. Посадки за мемы тут же прекратились, многих амнистировали, как Тюменцева, но цели своей власть добилась. У пользователей включилась самоцензура. Со своей страницы ВКонтакте я отфильтровал вообще все. Я удалил, в принципе, все. Там нет ничего, там нет ни видео, ни каких-то групп, которые можно как-то неоднозначно истолковать. Нет музыки, нет фотографий. Единственная компания, которая вообще конкурирует с американским Google и побеждает в открытой конкуренции, это Яндекс. Чувак, в Китае они тоже. Там не открытая конкуренция. Google там нет. Растущее давление государства на интернет ощутили не только пользователи, но и бизнес. На встрече с президентом лидеры Рунета еще 5 лет назад попытались донести до него свои опасения. В принципе, интернет последние 15 лет действительно развивался в открытой среде. И у нас, в принципе, сформировался за это время такой некоторый менталитет как бы конкуренции, открытости. И именно поэтому, в принципе, любое регулирование, оно вызывает некоторое как бы отторжение. И, в принципе, есть такое, можно сказать, предубеждение, что любой контакт с властью, в общем, ничему хорошему не приведет. Если можно спрятаться, вдруг не заметят, лучше как бы стараться это делать. Во-первых, от нас все равно никуда не спрячешься. А во-вторых, это просто недостойно представителей такого перспективного бизнеса, как ваш, прятаться. От кого? Зачем? Надо вылезать из-под коряги и общаться. В 2016 году президент Путин назначил интернет-предпринимателя Германа Клименко своим советником по интернету. На этом посту Клименко сделал ряд громких заявлений. В частности, о том, что Россия должна быть готова к отключению от мирового интернета и что Телеграм непременно будет заблокирован. Справа есть китайская модель, да? Они просто выстроили границу. У них работает режим, прежде чем войти, согласись с правилами. А слева находится, назовем это условно, Америка плюс Европа, да? Где непредставимая история, чтобы ресурс не ответил запрос правоохранительных органов. Непредставимая. Это называется постмодерация. И вот есть две истории. Справа Китай с премодерацией, слева Америка с постмодерацией. И мы вынуждены будем принять позицию либо направо, либо налево. Мы с вами выберем либо iPhone, либо Android. Мы примем китайскую модель? Все примут китайскую модель.
Леонид Богуславский, основатель инвестиционной компании Рунет Холдингс, долгое время был крупным акционером Яндекса. Сейчас в основном инвестируют западные и азиатские стартапы. В прошлом году из названия компании исчезло слово «Рунет». Основная проблема не в том, что государство пытается регулировать какие-то вещи. Это, в общем, нормальная инициатива многих государств. Проблема в том, как это делается и как это коммуникируется. Создается некоторый информационный фон, который плохой. Он давит на предпринимателей и инвесторов. Потому что уже есть такое как бы ощущение, что ничего хорошего от этого не будет, а будет только плохо. Есть западные инвесторы, которые раньше инвестировали в Россию. Сейчас они практически все ушли. То есть я знаю мало западных фондов, которые вкладывают в российские компании. Даже если продукты не нацелены на Россию, все равно там наличие, то есть headquarters, да, или офиса в России, это для них это некий красный флажок, о котором они задумываются, прежде чем давать деньги. Почему? То, исходя из политической ситуации, видимо, боятся. Нет уверенности. И это произошло в какой момент? Потому что я так понимаю, что в нулевые и в начале десятых все довольно быстро росло. Я думаю, что это после событий на Украине начало происходить. Санкции. То есть есть такое ощущение, что есть точка отсчета, когда все стало падать, да? Да. В стране проводится множество инвестиционных форумов, но это не очень помогает. Иностранные вложения в российскую экономику упали в прошлом году до уровня 10-летней давности. Инвесторы уверены в завтрашнем дне. Они понимают, какую политику проводят финансовые власти Российской Федерации. Она является стабильной, надежной и предсказуемой. Менее чем через 3 месяца после этих слов, во время очередного инвестиционного форума, в Москве был арестован Майкл Калви. Предпринимателя с безупречной репутацией обвинили в мошенничестве и отправили сначала в СИЗО, а через 3 месяца под домашний арест. Его фонд «Беринг Восток» был первым инвестором в таких флагманах Рунета, как Яндекс, Озон и Авито. Это не только бизнес, жизнь здесь очень интересная. Я люблю русскую кухню, я люблю анекдоты. Русские анекдоты, наверное, лучшие в мире. И вот такое чувство. Ну, русские юмора, женщины, это, конечно, мы должны женщина, упомянуть. Конечно, да, моя жена русская, поэтому я голосовал со своими сердцем в этом плане. Этим летом на экономическом форуме в Петербурге вместо нацпроектов участники форума обсуждали арест Калви. О каких инвестициях может быть речь, когда уважаемого в сообществе бизнесмена сажают по делу, имеющему все признаки заказного? 70% считают у нас бизнесменов ведение бизнеса небезопасным. То есть это вообще сложный труд, очень опасный, рискованный. И вот ситуация с Майклом Калви, она еще раз это показывает. В общем, с одной стороны, заявляется, что он обладает высокой репутацией, с другой стороны, почему-то держит под арестом, в то время как может спокойно идти объективный процесс. И после этого, я напомню, назвал это событие с Майклом Калви как шок для экономики. Безусловно, это шок. С начала этого года отток капитала из России удвоился. Когда Россия является частью мира, то российский интернет чуть лучше мирового, потому что он служит отражением некоторых душевных качеств русского человека, как, например, его открытости, склонности к экспериментам и непочтительности к устоявшимся глупостям. Поэтому все проекты Яндекса возникли раньше аналогичных проектов Гугла. Мы смелее, мы опережаем, да, в каких-то вещах, в придумывании каких-то вещей. Но когда происходит такая история с колючей проволокой, как происходит у нас сейчас, то ключевой в словосочетании «российский интернет» становится прилагательное «российский». То есть это уже не интернет, это уже какой-то дом на набережной в 37-м году, да, ожидание, постоянное ожидание шагов на лестнице. Так и в Китае не живут.
像一束连接阳光感动在心上，看见黄